Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос, а точнее проблема в данном случае связана с тематикой детей в браке. История описывается здесь достаточно подробно за счет попытки автора передать в хронологическом порядке события, которые произошли, но если вкратце, дабы не перечитывать весьма объемный текст, если вкратце, то спустя 3 года после начала семейной жизни муж автора вопроса начал заговаривать о детях. Та отшучивалась и, соответственно, детей не хотела по причине наличия вредных привычек. Таких, например, как употребление пива каждый день, по словам автора опроса. И, в общем и целом, как бы были разговоры о детях, были намерения бросить вредные, вредные привычки, но привычки вредные не бросались. И здесь первый вопрос, когда вы говорите о том, что мы до сих пор не бросили, не кажется ли вам, что вы как будто бы ждете, что и муж тоже бросит? Сами при этом вы отказываться от вредных привычек, ну, от привычек, которые вы называете вредными, не готовы. Как будто бы. Это вот первое, на что хотелось бы обратить внимание. Да, то есть, как будто бы вы хотите бросить именно вместе, знаете, и бросить вредные привычки именно ради ребенка. Ну, совершенно очевидно, что вредные привычки появились, скажем так, вне контекста детей, да, вне контекста детей. И не очень понятно, почему эти самые вредные привычки должны уйти с появлением контекста ребенка. Как правило, вредные привычки призваны для того, чтобы решить какую-то проблему человека. Вот. И я не думаю в данном случае, что вредные привычки здесь решают проблему именно детей. Ну, или проблему ребенка, скажем так. Поэтому мне кажется, что вы совершенно естественным образом не можете отказаться от вредных привычек, потому что по-прежнему с помощью них решаете какую-то проблему. И внимание, эта проблема не связана с детьми. Дальше. Автор вопроса пишет, что семейная жизнь была разной, хорошая была и ругались, иногда не разговаривали днями. И, собственно, автор вопроса говорит о том, что она на эмоциях писала о разводе и хотела, чтобы муж сделал первые шаги к примирению, даже когда была не права она. Собственно, здесь налицо конфликтность, некоторая конфликтогенность вашей семейной системы. У ссор есть свои причины, у ссор есть свои выгоды, у ссор есть свои механизмы, да? То есть, как я называю, ссора – это взорвавшийся вулкан. Как мы не оспариваем тот факт, что вулкан взорвался уже, ну, в смысле, начал извергаться, да? Так, мне кажется, не имеет особого смысла, практического смысла оспаривать возникновение ссоры.
Потому что ссоры это то, что уже произошло. По факту. А вот на что можно было бы обратить внимание, так это, пожалуй, на предвестники ссор, на те проблемы и на те выгоды, которые человек, в данном случае вы и ваш муж, получаете в результате ссор. Куда интересный момент. Ну, здесь же история про то, как выходит, что вы не разговариваете, какой вклад вносите вы в то, чтобы не разговаривать, какой вклад вносите вы в ссору, да? И то, что вы на эмоциях пишете мужчине, своему мужчине про развод, также выглядит несколько... Ну, во-первых, незрело, во-вторых, несколько провокационно, ну, то есть, в смысле того, что вы как будто бы провоцируете, да, человека, пытаетесь манипулировать как будто бы им, вот. И самое главное, это выдает некоторую вашу, вот как раз, на мой взгляд, тревожность, да, то есть, вот, что вы как-то вот тревожитесь, вы как-то вот волнуетесь, вас как-то это... беспокоит, то есть как будто бы вы вот, ну, не уверены, что ли, в самой себе здесь, да? И как будто бы вы вот, вот эту неуверенность в себе, как будто бы вы пытаетесь ее материализовать и подтвердить у своего мужа. Понимаете, да? Какая здесь история. Дальше идем. Значит, месяц назад пишет автор вопроса, мы переехали в новую квартиру. Да, о чем я не сказал. Вы говорите о том, значит, что, значит, ждали, когда мужчина сделает первые шаги к примирению. Каким образом, какие механизмы этого, то есть, каким образом вы выбираете именно такую позицию, вы говорите, что ждали этого, даже когда были неправы, то есть, получается чувство вины, потому что важнее не то, кто прав, а кто не прав, а важнее, чего вы хотите, и как вы об этом говорите. Да, о том, что вы хотите, как вы коммуницируете по поводу своих желаний. Дальше, месяц назад мы переехали в новую квартиру, которую купили родители мужа. До этого сделали ремонт, заказали мебель во вторую комнату. Квартира мне не нравится, я честно об этом говорила мужу. Смотрите, здесь вы косвенно демонстрируете, что... в семейной структуре, в семейной структуре вас с мужем как будто бы присутствуют еще и родители, которые как будто бы оказывают довольно существенное влияние. Забегая чуть вперед, вы пишете о том, что его мама, да, что весьма показательно, будучи на вашей стороне, предъявляет своему сыну претензии по поводу того, что он о вас не заботится. То есть это весьма, ну, во-первых, это весьма позитивная сама по себе история, потому что довольно редко свекровь бывает на стороне женщины своего сына, но в то же время это демонстрирует как-то вот тот факт, что вы со своим мужем не являетесь, что называется, цельной такой вот системой, что в этой системе присутствуют еще его родители. Это же довольно серьезное вложение как бы ваших, ну, его родителей в вашу семью, покупка квартиры и так далее, да? То есть здесь, скорее всего, ваши
личные границы как среди нарушаются, скорее всего, сюда примешиваются какие-то ожидания уже родителей, да, и вы, соответственно, теряете ценность своей роли по отношению друг к другу. То есть муж уже не то, чтобы и муж, а жена уже не то, чтобы жена. При том, что не очень понятно, на каких основах, на каких формах вы выстраиваете свои отношения. То есть, ну вот, вы описываете ситуацию, что вы употребляете пиво каждый день. Безусловно, это не самая лучшая привычка, но и не самая худшая. И это то, что вас связывает, это то, что вас объединяет, или, может быть, что-то еще. То есть мне бы хотелось в данном случае как-то вот несколько лучше бы понять, что между вами и вот вашим мужем общего есть. Понимаете? Потому что сейчас, на данный момент, я этого не понимаю. Я этого не вижу, что между вами с мужем есть общего. Вы заехали на новую квартиру, вы говорили мужу о том, что она вам не нравится. Как бы. Вот. А как так получилось, что вы заехали в квартиру, которая вам не нравится? То есть, понимаете, да, уже как бы есть, довольно столько ощущения, что вы не свободны. Уже есть довольно столько ощущения, что вы фрустрированы. И как бы переезд, да, ну, получается, никак не поспособствовал улучшению ваших отношений. Вот. Стал замечать, что муж изменился, стал более грубым и ничего не хотел. Ну, налицо внутренний конфликт. То есть, когда человек испытывает стресс, то первая реакция на стресс – это повышение активности, агрессия, что проявляется, конечно, в физической и психической деятельности. А дальше появляется дистресс. Это состояние, при котором человек описывает свои ощущения как, ну вот, апатичные, подавленные, депрессивные. То есть в данном случае можно говорить о том, что ваш муж находится в стрессе. Ну, по крайней мере, потому что вы описываете. Я ушла в отпуск и сразу заболела. Было подозрение на ковид, потом оно подтвердилось. Потом мы поссорились. Началось из-за какой-то мелочи. А вот второй раз я уже замечаю, что вы говорите «мы» вместо «я». И опять же, забегая чуть вперед, хочется сказать, что, и на это вам указал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, что вы как-то перекладываете ответственность на других. То есть вы, ну вот, есть у вас такая вот черта, судя по всему, перекладывать ответственность на других людей. То есть вы говорите «мы», вы не говорите «я», вы не берете на себя ответственность за то, что происходит как бы с вами. Вот, поэтому, если, давайте мы здесь немножечко переформулируем и скажем, что не мы поссорились, а я поссорился со своим мужем, да? Из-за мелочи, вот мелочи мы тоже обесценивать не будем, и попробуем понять, что такого важного, вот происходило в ваших отношениях, что вы поссорились, да? Именно вы поссорились. Что такого важного происходило?
Давайте постараемся это понять. Давайте постараемся это разобрать и рассмотреть, потому что это не мелочь, если вы из-за этого поссорились. Это не мелочь, я повторю. Понимаете, да? Это вот, ну, никак нельзя назвать мелочью. Дальше, в итоге мы не разговаривали 2 недели, опять же мы, то есть не я, а мы, понимаете, да? То есть здесь вот делаем поправку, теперь я не разговаривала 2 недели, но пиво употреблять не перестали по вечерам. Опять же, я не перестал употреблять пиво. Давайте вот так. Он покупал себе и мне, но были в разных комнатах. Я еще не хотел с ним контактировать, чтобы не заразить. Но опять же, да, было ли это обговорено. За это время я 2 раза писала про нас вот. Зачем? Вот тоже интересный момент, из какого... какова субъективная сторона того, что вы писали ему про развод? То есть вот опишите именно вашу позицию, и из которой вы писали ему про развод. Зачем? Да? Пока что это вот проявление неуверенности, страха остаться одной. Опять же, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Дальше. Я писал про развод, сама развода не хотела. Так а зачем писали-то, если не хотели? Вот, знаете, да, как бы? То есть вы боитесь, что вас бросят. Страх брошенности. Это родом из детства, соответственно, с этим нужно работать. Дальше. За 2 недели я накрутила себя, что у него есть другая. Опять же, из какой позиции? Из позиции неуверенности и из позиции обесценивания себя. То есть вы какая-то плохая. В мессенджере спросила, у него любит ли он ее, кого ее. Сказал, ответил, что у него никого нет и не было, но он лучше будет один, написал, что ему 35, в этой жизни у него ничего нет, он уже ничего не хочет. Но здесь, опять же, повторюсь, очень ярко выражено такое вот депрессивное состояние. На следующий день я написал, спросил данные для заявления на развод. Я попросил поговорить, в разговор выяснилось, что он ничего не хочет. Дальше, после этого начинается просто описание вот хронологии, я ее зачитывать уже не буду, скажу только, я вернусь к вопросам, да, которые задает автор. Но я скажу, что после этого момента, когда муж написал про данные для заявления о разводе, а автор вопроса занимает позицию просящего. То есть начинает уговаривать мужа не разводиться, да? Вплоть до того, что как бы говорит ему, что окей, разжил я тебе ребенка, а мужчина уже не хочет. В итоге она уговаривает его какое-то время пожить еще вместе, но как бы ничего не получается, даже несмотря на налаживание интимной жизни, которая до этого была не в лучшей форме. Мужчина все равно уходит от нее, переезжает в старую квартиру, вот, и после чего получает претензию от своей мамы, что он не интересуется здоровьем, значит, своей жены, вот, после чего начинает писать ей ну, про ее, как бы, ну, про ее, про ее самочувствие, скажем так, вот, и, соответственно, какие же вопросы нам задает автор. Давайте посмотрим. С точки зрения специалиста, подскажите, это конец? Точка зрения специалиста не предполагает ответов на вопросы, которые поставлены таким образом. Потому что это было бы некорректно. Во-первых, это предполагает, что мы решаем
за других людей, что является нарушением этики, а во-вторых, это предполагает, что мы, как и сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, предсказываем будущее, а этим мы не занимаемся. Поэтому этот вопрос задан, к сожалению, некорректно. Он все-таки подаст заявление, и мы разведемся, то же самое. Я очень его люблю, не представляю своей жизни без него. Вот то, что вы описываете, выглядит как зависимость. Вы зависимы. И то, что вы не представляете своей жизни без него, говорит о том, что как раз-таки на себя вы не опираетесь. Как раз-таки своей ценности в самой себе вы не видите. Себя как отдельную личность вы не воспринимаете. Говоря «мы», вы говорите о механизме слияния. Вот попробуйте изучить этот механизм психологического слияния самостоятельно в интернете, дабы сейчас я не тратил время на его раскрытие. Благо этот механизм достаточно просто в понимании как концепции, что, конечно, не означает, что, поняв его, вы сможете сами из этого слияния выйти. Для этого нужна психотерапия. Я им об этом говорил, но не понимаю, чего мне ждать. Вот опять же, здесь вы демонстрируете некоторую, повторюсь, зависимость от человека в смысле отсутствия своей позиции. То есть, когда я не знаю, чего мне ждать, это означает, что я опираюсь, скажем так, целиком или очень большой частью на другого в своем движении по жизни. То есть я сама своей жизнью, получается, не управляю. Я сама над своей жизнью, получается, не властна. Да? Дальше. Я вижу, что ему тяжело, уходя, он плакал, обнимал, целовал. Может, он меня еще любит? Может быть. Как его вернуть? Ну, нужно работать над отношениями. Вы сказали, что предложили ему обратиться к семейному психологу. Я не очень понял, почему вы этого не сделали. Даже если вы болели, ну, это можно было сделать онлайн. Дальше. Я хочу сохранить семью и не допустить развода. Здесь вы делаете когнитивную ошибку. Понимаете, говоря о сохранении семьи, вы подразумеваете в качестве цели, в качестве предмета семью как социальный институт. То есть семья существует как вот такой, как цельный конструкт, существует только для других людей. Для членов семьи семья в этом смысле не существует. Чтобы проиллюстрировать данный момент, я попробую привести такой, я надеюсь, понятный пример. Вот когда мы идем по улице и видим мужа, жену, ребенка и, допустим, собаку, да? Мы можем сказать про этих людей, что вот идет семья, или вот отдыхает семья, да, и как-то проводит время семья. То есть мы не будем перечислять, что вот это муж, это жена, это ребенок, это еще один ребенок, и это собака. Мы просто говорим, это семья для нас. Вот эта группа людей представляет из себя семью. Но сами эти люди, каждый из них по отдельности, себя так не видит. Он видит своих близких людей, которые каждый из них имеет для него
особенные отношения. У него с каждым из близких своя особенная связь, свои особенные отношения. У женщины со своим мужем одни отношения, одна особая связь, с детьми другая, с собакой третья. Поэтому здесь вы смещаете фокус своего внимания. Говоря о семье, здесь вы подразумеваете, первое, социальный контекст, второе, ну, собственно говоря, важность семьи для себя. Но ни в коем случае здесь речь не идет о том, чтобы налаживать отношения с мужем. Почему? Потому что, чтобы наладить отношения с мужем, вам нужно обрести внутреннюю гармонию. Внутренней гармонии у вас нет. Ответственно, за внутреннюю гармонию вы перекладываете на другого человека. Соответственно, вам нужно сохранить семью, чтобы создать иллюзию гармонии. Иллюзию гармонии. Именно поэтому вы вот в поведении мужа пытаетесь увидеть какие-то проблески надежды. Дальше. Как помочь справиться с его эмоциональным состоянием? Не понял вопрос, но с эмоциональным состоянием вашего мужа может что-то сделать ваш муж. Но только это совсем не означает, что после этого вы будете вместе. У него есть старший брат, который живет в другой стране, не жена, девушки нет. Очень давно он пережил тяжелое расставание. Знаю, мы с братом обсуждали наше возможное расставание, думаю, повлиял на мужа. Здесь я отсылаю вас в комментарию, к комментарию Игоря Леонидовича, который, на мой взгляд, исчерпывающе ответил на этот вопрос. Очень прошу помощи, я разбита, не знаю, что мне делать. Вы знаете, я думаю, что глобально это ваше фоновое состояние, когда вы не знаете, что вам делать. Дело в том, что чтобы знать, что делать, нужно как-то полагаться на себя и нужно как-то иметь свою позицию. В вашем случае ваша позиция не чувствуется, напротив, чувствуется слияние и, соответственно, такой вот, ну, я бы сказал, платой за это является ваша зависимость и ваша разбитость. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы вам помочь выйти из состояния разбитости, определиться со своими приоритетами, сформировать свою позицию, поработать над внутренними конфликтами и страхами. Это индивидуальная работа, индивидуальная психотерапия. Если мы говорим о гармонизации отношений с мужем, это другое. Это другое. И в первую очередь это установка коммуникаций. Это очень важно. Установка коммуникаций конструктивных. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для дальнейшей психотерапевтической работы, вот, ну, для формирования начальных направлений для нее. Вот, соответственно, вам я бы не рекомендовал затягивать обращение к специалисту, хотя бы потому, что вам самой в данном случае очень тяжело. Всего самого доброго!